Привет. Хочу сказать спасибо Ане за донат. Но, к сожалению, сыра жаронки в нашем магните почему-то больше нет и не хотят его привозить. Но я думала, что если что, так как-нибудь куплю себе сыра плавленного нам с кошкой. И вот я сходила в магнит на 300 рублей. Да, хочу сказать, сухой шампунь и мои жирные тонкие волосы, оказывается, не сочетаются. И у меня внезапно батист, про который девочки писали в чате. А еще у меня тут маленькая тыква, которая меня угостила тетя Люся, у которой я покупаю молоко, решила отдать богам душу. Я вот вырезала, ну, хорошо обратила внимание. Вообще увидела, что у меня какие-то мошки летают в коридоре. Я залезла, все, потрогала достаю тыкву, она меня смотрит таким беленьким носиком маленьким. Я его срезала, вырезала там то, что такое неликвидное было. И поняла, что ее надо это будет запечь в ближайшие дни. Может, сегодня, может, завтра. Ну, по крайней мере, надо сначала ее располовинить и вычистить там зернышки, кошке отдать, может быть, или себе оставить. Ну, короче, посушить, наверное. Там вообще кошка любит зернышки, а располовинить и, может, за пару раз запечь ее. Карри или с медом. Еще я выяснила, что мой любимый хлеб, который я только один раз покупала, совсем недавно стал моим любимым хлебом, внезапно испортился у него состав, и я купила вот этот. Я его тоже иногда покупала, он вполне даже ничего, мирздобина. Все лучшее в хлебе. Хлеб баварский, заварной, солод, мин, кориандр. Выпекаем историю сегодняшнего дня вам. Еще я купила сардельки, которые нам с кошкой очень нравятся. Я сейчас скажу цену еще всего этого. Мясной продукт, колбасное зелье, вареные сардельки категории В телячьи. Причем у них состав получше, чем у сосисок владимирских. Хотя нам и то, и другое нравится, но вот это все-таки вкуснее. И оно сделано 4 ноября, 30 дней у него срок годности, тут 360 грамм. Я помню, что оно 100 рублей без копейки. И вот сыр по скидке, что ли, был. М. Идеален для бутербродов. Как раз хлеба купила черного. Плавленый сыр, сливочный вкус, вкусный завтрак, 400 грамм. Ну, не обязательно же на завтрак это есть, можно же и без завтрака. Сейчас я достану кошелек, в котором есть чек. Я расплачивалась, я закинула туда специально своей почтовой картой. Карта Мир Почта. Моя карта, по-моему, она называется. На ней сейчас, ну, в общем, ближайшие пару месяцев, вот прошлый месяц и теперешний, у нее 10% кэшбэк за покупку продуктов в этом. Ну, за покупки, короче, в сетевых магазинах, в супермаркетах. То бишь, в том числе и в магните. Я тут кучу всякой бумажки выдали, помимо чека. 293 рубля 97 копеек. Так, это мне все вышло. Так вот, сыр у нас 160 без копейки. Мне кажется, я такой покупала, только, может быть, в маленькой баночке. А может быть, и в такой же. Вообще узнаю, у меня там есть где-то эти баночки. Я их потом, когда сыр заканчивается, мою, оставляю. У них очень хорошо урбечь убирать. Вот сыр. Сыр магнит. Так, сардельки телячьи. 100 рублей без копейки. Тут кто-то к нам приперся. Тут стабильно 5 штучек. У меня там есть тушеная картошка в медленоварке на бульоне из мяса лося, который я вчера делала, вообще в ночь на вчера делала, потому что подружка ко мне приходила свое день варенья отмечать. И, в принципе, вот как раз я сварю себе пару сарделек, кошке заодно одну сардельку. И картошки подогрею в микроволновке, и вот мне счастье. Поем я сегодня в третий раз, но если завтрак в виде чашки сладкого кофе с молоком, можно считать завтраком. Так, и хлеб баварский 34 рубля без копейки. 33,99. Все по 99 на конце заканчивается. Это у нас магнит. 18,19, это все было сделано. Вот, зритель, такой маленький обзор покупок еды. Я тебе хочу сказать по секрету, у меня записано еще этот обзор еды и бытовухи. Я как-то ездила, видимо, уже месяц назад в светофор, и он у меня частично в монтаже, но я отвлеклась, поэтому он не совсем в монтаже. Я даже сейчас достала, когда доставала этот батист, достала горку всех духов и горку того, что у меня лежит в запасиках косметики уходовой. Ну, там еще есть, наверное, попадется пара вещей, которые были указаны на уход ноября. Просто вот получилось так, что я, допустим, пользуюсь сейчас вместо геля для душа маслом
для душа от Либридерм. Я ему голову мою и тушку мою, а вот гель для душ пока лежит в полочке в запасиках. Так вот, если ты тоже, как Аня, решишь поддержать мой канал, будет круто, я тебе скажу спасибо, напишу в титрах спасибо. Тут где-то облачко будет с этими титрами. Я как раз складываю денежку на свет формата, как мой планшет, только еще со створками. На световую панель. Ну и это... Че? Спасибо тебе за просмотр. Не забудь нажать на колокольчик. Даже если ты подписан, если ты нажмешь на колокольчик, ты будешь уведомления получать о моих новых видео. Ну, если, конечно, у тебя включено уведомления на твоем девайсе. Ну и это... Пока!